Всем привет, ребята, с вами Локи, продолжаем играть в Мафию 2. В прошлой серии мы привезли Генри врачу, и сейчас нам нужно, если я не ошибаюсь, по-моему... Так, вот сейчас надо поаккуратнее, копы. Неплохо было бы избавиться, конечно, от этой машины. Нам сейчас нужно отвезти деньги для сестры. Мы насобирали нужную сумму. Так, сейчас аккуратненько. Вот здесь вот, я знаю, есть машины. Главное, чтобы копов... Копы. О, черт. Мимо, проезжайте мимо. Отлично. Так, все ништяк. Вот эту машину, я думаю, можно взять. Дьявол. Ух. Копы проехали мимо и даже не заметили. Еще одни копы, и снова они нас не заметили. Это здорово. Все. Едем по заданию. Посмотрим, что будет дальше. Так, копы едут в одну сторону, мы едем в другую. Все, нормалек. Кто-то писал в комментариях советы по поводу того, как надо драться, как надо водить машину. Ребят, я уже говорил, что я вторую мафию проходил не один раз. Я знаю, что там будет дальше по сюжету. Я знаю, что мы попадем в тюрьму. И, так сказать, это прохождение, это скорее хорошие воспоминания. И я не встречал людей, которые не проходили вторую мафию. Ну, или хотя бы вообще не слышали, не видели ее. Давайте, чё вы тут? Я домой приехал. Может, здесь нельзя просто машины парковать? Да и не важно. Мы припаркуемся. Привет! Как дела? Не-не-не, я просто принес деньги отдать отцовский долг. Ой, Вита, это здорово. Я хотела сама как-нибудь расплатиться по частям. У меня есть немного. Он нас не убьет. Я бы не был так уверен, но это уже не важно. Вот, держи. Откуда у тебя столько денег, Вита? Ты ничего плохого не натворила? Не бойся, все в порядке. Спасибо, Вита. Спасибо. Не вопрос. Ладно, мне пора. Не хочу, чтобы меня видела мама. Тоже будет спрашивать, откуда деньги. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Ладно. Поцелуй ее за меня, обязательно. Хорошо? Обязательно. Береги себя, Вита. Так, ну все, деньжатки мы нашли. Можно отправляться теперь к Джо на хату. И, я думаю, отдохнуть после задания. А это не подружка Джо часом? Да она здесь на каждом углу. Так, я чё-то не понял. Ты чё, мужик? Ты чё хочешь от меня? Тебя чё-то не устраивает здесь. Пускай копы разбираются, а мы поехали.
Когда вы заснете, начнется новая глава. Окей, окей. А, ну-ка, подождите-ка, припарковаться, может. Вот так вот. Пока, ребята, у нас все складывается довольно неплохо. Я думаю, Генри у нас выживет. Тем более с ним Джо. Надо сейчас перекусить. Или даже, знаете, давайте выпьем за хорошее дело. Пивасика накатим. Все, полное здоровье. Ложимся спать. Шестая глава. Хорошо проведенное время. Маленькая Италия, 26 февраля, 1945 год. Вита Скалетта? Да, что нужно? Вы арестованы за незаконный оборот федеральных талонов на бензин. Пройдемте с нами. Меня сдал один из заправщиков. Меня опознали по описанию, нашли маму и заставили рассказать, где я живу. Но на кого я работал, они не знали, а я не стал рассказывать. Генри нашел мне адвоката на деньги Клементе. Я был по уши в дерьме, но хоть было чем его хлебать. Было бы куда хуже, если бы федералы знали о других и моих художествах. Не просто хищение, но хищение стратегически важных ресурсов в военное время. Вы фронтовик и кавалер государственных наград. Адвокат был хорош, но даже он меня не вытащил. Дело было гиблое. Деяния. 3 месяца спустя огласили приговор. Витторио Антонио Скалетта. За преступление против города и нашей великой страны вы приговариваетесь к 10 годам лишения свободы. Ну вот мы, ребята, и попали за решетку, как кто-то уже писал в комментариях, как я говорил в этой серии в начале. Теперь мы заключены под стражу и будем отбывать свое наказание. Федеральная тюрьма. Воры, убийцы, педофилы, все они здесь. Худшие из худших. Так, в строй, джентльмены. Марш за мной по одному. И не валяйте дурака. Нас тут встречают с распростертыми объятиями. Простите, я не могу. Сейчас я тебя могу. Тебе что нравится, придурок? Быстро встал и вернулся в жилье. Нет. Эй, ты, умник, не заставляй меня повторять. Шренду.
двигай! Нас и встретили еще. Весьма доброжелательно. Стоять на месте, направо, на другое право. Слушайте, кретины. Я капитан Террен Стоун, и это моя тюрьма. Вы попали сюда потому, что не умеете жить, как нормальные люди на свободе. Запомните, уроды, я ваш хозяин. Делайте, что я сказал, или очень пожалеете. Я вам так натяну, до небес орать будете. Вас прислали на перевоспитание. И будьте уверены, мы вас перевоспитаем. Ладно, быдло. Мы вас спустим с поводка, но только чтобы грязь отмыть. Построились шеренгой за мной. Добро пожаловать в салон красоты, дамочки. Будете прям как милашки. Эй, мне тоже? У меня там нечего стричь. Рот закрой, лысый. Ну вот, нас уже подстригли, и сейчас будет, скорее всего, распределение. Ладно, по камерам. Поехали. Эй, мешок дерьма, делай, что сказано. Делать то, что скажет охрана. Хорошо. Слушай, красавчик, или делай, как сказано. Или, пожалуйте, в карцер. За мной. Сразу вспоминаю сериал «Побег» и фильм «Зеленая миля». Я чувствую, как ты пахнешь, новенький. Дом, милый дом, лезь. Ну и вот, собственно, наша... уютная берлога. Вот он, мой дом на следующие 10 лет. Выглядел он паскудно и пахнет лучше. Кланяться пулям в Европе и то круче. 3 дня спустя. 3 дня я одухотворенно пялился в стену, а потом получил весточку от Джо. Оказывается, тут есть некий Лео Галанте, который вроде бы может помочь. Это было не то место, где можно выжить самостоятельно. Капитана Стоуна, любое проявление насилия будет караться заключением в одиночной камере и дальнейшими дисциплинарными мерами. Эй, я ищу Лео Галанте. Не знаешь, где его найти? Мне нечего тебе сказать. Так, ясно. Я ищу Лео Галанте. Сгинь, придурок! Понятно, вот толстый мужик. Я ищу Лео Галанте. Сгинь, придурок! А тебе сколько? Следующим летом выйду. Безунчик. Эй, я ищу Лео Галанте. Не знаешь, где его найти? Отвали от меня нахрен! Чё все такие какие-то... Эй, недоброжелательный. Я ищу Лео Галанте. Не знаешь, где его найти? Да-да, старик. В шахматы играет. Угу. Всем работникам кухни на кухню. Ваша смена. Всем работникам кухни на кухню. Играет в шахматы. Но мы, кажется, до них не добрались. О, О'Нил. Ты тот итальяшка, который был с Барбаро в ювелирке. Из-за тебя я за решеткой подыхаю. Ты за решеткой, потому что у тебя мозгов нет. Парни, мама была права. Бог он есть! Это он послал тебя сюда, ублюдок. Чтобы я тебе отплатил! Давай посмотрим, кому ты там что отплатишь. А это любопытно. Небольшое пари. Поехали. Мозги, давай, корм, переросток.
выстрелы подружкой Барбара. Стой! Стой! Дай ему! Это будет попроще. Отлично! Разукрась его! Ой-ой-ой! Серьезно? Разойди! Немножко он нам все-таки накострелял. Посиди и подумай над своим поведением. Вдруг поможет. Ну, в тюрьме без разницы, открывай. Выиграл ты или проиграл. По крайней мере, в таких уличных драках, потому что здесь охрана сразу тебя... меня чуть не прикончил, но... успокоит. Я заявил о себе. И знаете, здесь это стоит куда больше, чем кажется на первый взгляд. Два дня спустя. Как долго вы будете его там держать? Пока не сделает выводы. Нет, это мы изменим. Он может драться? Да вроде. Ребята особо не усердствовали. Должен быть в форме. Ладно, открывайте. Проснись и пой, Скалетто. К тебе, посетитель. Меня зовут Лео Галанте. Ты хотел со мной поговорить? Да. Один из ребят Клементе сказал найти вас. Сказал, вы мне поможете. К черту, Клементе. Я не собираюсь защищать его людей. Но я видел, как ты уделал этого О'Нила. Ты неплох. Пошли со мной. Парни, внимание! Это Вито. Он будет нам помогать. У Пепе намечается важный бой с О'Нилом. Ему нужен спарринг-партнер. Судя по тому, что я видел во дворе, ты подойдешь. Ты поможешь нам, парень. А мы тебя будем защищать. И кто знает, может, ты чему-то научишься в процессе. Сказать нет, не вариант, правильно? Я не помню, чтобы спрашивал. Ладно, ребята, поехали! Ну что ж, теперь мы... Ладно, спарринг сегодня партнер. Будем работать над контрударами. Вито, попробуй ударить Пепе. Сверни ему могучую челюсть. Пепе, уходи от удара, как я показывал. А потом выбери момент и сам нанеси удар. Давайте, парни, начинаем. Погнали. Так что, Пепе. Не задирай свою будку, черт тебя дери. Ух ты, только посмотрите. Эй, у нас тут спарринг или тренировка? Планы изменились, здоровяк. Малыш с огоньком. Так что теперь оба отрабатывайте контрудары. Это хороший прием в арсенале, а? Многие вообще не поймут, что случилось. Вот, например, Пепе. Хоть он и немногие. Давай, продолжим. Надо сейчас... Хорошо, хорошо. Давай еще два раза. Так, еще раз, Вито. Это больно. Отлично. Быстро учишься, сынок. Ладно, по-моему, ребята, это я тренируюсь, а не Пепе. Молодцы. Так насколько ты близок к Клементе, Вито? Если честно, никогда его не видел. Всегда работал с Генри Томасино и Лукой Гурино. Ха, надо же, этот глист Гурино еще дышит. Как ты с ними связан? Ну, мы пару раз на них работали, и... Лука сказал, что возьмет нас в семью за 5000. Что? Вот же сука, Альберто. Был подонком, подонком остался. А, так это как бы больше, чем обычно? Ага. На 5000 больше. Семью берут не за деньги, Вито, а за то, что ты надежен, хороший добытчик и вообще... разбираешься в жизни. В любом случае, новости интересные. Когда это выплывет, Альберто и Луки придется давать объяснение. Кому? Боже. Не забивай голову. Об этом в другой раз. Так, мы можем познакомиться. Давай, покажи еще разок. Но, ладно. Смотри, куда прешь, Гуайло. Может, если б ты разул глаза, ты б видел, как я тут иду, придурок. Галанте, подлый белый дьявол. И вам тоже здрасте, мистер Ву. Подлый?
Ты поставил на своего, и он продул. Такие уж порядки в нашей стране. Тогда Ву хочет реванш. Я могу это устроить. Ты готов, Вито? Китаец, да? Выдайте ему стремянку и вперед. Ладно, Ву. Будет тебе реванш. И чтобы в этот раз без этих ваших штучек. Окей, нам нужно отмутузить Ву. Шустрый мелкий сволочек. Вначале не старайся его свалить. Не попадешь. Ладно. Что мне тогда делать? И быстро, измотай его. Когда он ослабеет и уже не сможет уворачиваться, тогда добивай. Иди и покажи ему, что ты умеешь. Окей. Маленькие короткие удары, а потом уже, когда будет вымотан... Эй, а китайское печенье из китаёза этого выпало? Погнали, ребятки. Ух ты. Надо бы перенять... Да что ж ты? Хорошо. Забей его до смерти, быстрее! Забей его до смерти! Вот так, бей его! Быстрее бей его! Вот так, бей его! Бей! Отлично! Нифига себе, он такой реально шустрый парень. Вот так вот. Что, все? А я... Почему он не бит стиль тигра? Стиль тигра? Он просто получил в чашку, в репку и... ушел искать китайские печеньки. Пошли, Скалета. Опоздаешь на работу. Идем. Теперь, если мне не изменяет память, мы идем драить унитазы. Это, конечно, не махать кулаками, но в тюряге выбирать не приходится, и здесь никто не скажет полировать машины. Эй, слушай, у Вита выходной. Спасибо мистеру Галанте. Ясно. Губу не раскатывай, Скалета. Ладно, пошли, Вито. А нет, смотрите-ка. Опять будем тренироваться? Что-то вроде. Увидишь. Сегодня мы не драем толчки. Это хоть радует. Доброе утро. Доброе утро, мистер Галанте. Не тренируемся? Нет-нет. Нам бросили вызов черномазые. Но я не хочу рисковать Пепе перед большим матчем с О'Нилом. Так что я хочу поручить это тебе. Практика не повредит. Слушай. Парень, с которым ты будешь драться, здоров как бык, но туповат. Сердцем дерется, не головой. Выведи его из себя, и тогда вали его. Ладно, поехали, не подведи меня. Окей. Смотри сюда! Я отведу эту белоснежку в школу. Ой, я помню вот такого, мы уже... Мама не узнает. Помните, на... Ну что, котлетки? Заводе. Ну же, моя бабушка и та сильнее лупила. Филонишь, как обычно. Кто учил братана драться? Это уже получше. Отлично. Это еще что было? Давай, Вито, хватай его и дай сейчас, сынок. Вырви его напрочь. Отдыхай. Это Фалос Виктори, ребята. Он даже ничего не смог сделать. Молодец, малыш, молодец. Твоя доля, Вито, ты заработал. Оп, еще и бабки дают, нормально. Шукер, синий идет. Что за шум, мать вашу? Это что, групповуха? Ладно, выходи, Скалета. К тебе пришли. Так, и к нам какой-то посетитель. Сестра. Привет, Вита. Привет, Франни. Как дела? У меня хорошо. Очень хорошо, спасибо. И что нового? Я должна тебе кое-что сказать. Я выхожу замуж, Вита. О, Мадонна, здорово! То есть, ну, лучше бы он сначала у меня твои руки попросил, но я за тебя рад. Вита, ты же в тюрьме. Посмотри на себя. Как ты дошел до такого? Так, судья мне уже прочитал мораль. Больше не надо. Давай
Давай не будем. Вито, я на самом деле из-за мамы. О чем ты? Что с ней? Она больна, Вито. Уже несколько недель болеет и лучше не становится. Так, Франни, иди к Джо. У него остались мои деньги. Найди самого лучшего врача. Остаток тоже возьми, подарок на свадьбу. Вито. Нет, серьезно. Мне они не скоро понадобятся. Похоже, мне пора. Ты это, береги маму. Скажи, я люблю ее. Обязательно. Спасибо, Вито. Пока. Неделю спустя. Пошли, скелет. Сортиры сами не помоются. Ну вот теперь-то мы точно идем мыть сортиры. Уже здесь нам выходной никто не даст. Придется заняться грязной работенкой. Ну, вроде как тут другого пути нет, так что я иду правильно. Ты у нас новая уборщица, да? За мной. Мужик, хуже твоих завываний тут почти ничего. Ну вот, и поживее, чтоб сверкали. А ну заткнули все пасти, ну! Да ладно, ребят, я просто немного распеваю. Ладно, какое тут унылое бескультурье. Да, сортиры высший сорт. В чем дело? Драй давай, хуже будет. Вот рыжий, а. Стоит тут. Я только что все вымыл, а он тут опять решил все обгадить. Никто не смотрит, навалять бы ему. А этот чего грязный? Мой еще раз. При других бы обстоятельствах ушатали бы он прямо об раковину головой. Ну все вроде, все помыли. Ладно, хватит. Теперь марш в душевую к остальному стаду. Шагом марш! Ладно, Скалета, раздевайся и мой свое величество. Водичка, наверное, холодная. Чего застряли, а? Шевелите булками. Слушай, Фрэнки, у нас тут дельце небольшое. Ну, ты понял. Сходи покури, что ли, а? Ладно, развлекайтесь, извращенцы. Какие шрамы, красавчик. Где ты их получил? Прости, комики. Ты очень ошибся дыркой. Можно по-хорошему или по-плохому. Выбирай. Есть идея получше. Долби своих петухов. И вообще, шел бы ты нахуй. Ясно. Значит, по-плохому. Давай, жердяй. Шоу начинается. На. На. Дьявола, парень-то боец, на. А? Нравится тебе, толстуха? Тебе сказали... Быстрее, Джо, времени мало. ...своих петушков. Жирная скотина. Кто еще?
Ага, ты. Окей. Давай, иди сюда. Так, тихонечко. Оп. 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 На, в торец тебе. Чё, кто ещё третий-то убежал? Так, так, так. Это что ещё такое? И где Фрэнк? Да, Фрэнк валяется там. В блевоте своей. Давай, парень, с песней. А, ещё, в почте пришло. Почитай. Вроде важное. Мама умерла, пока Франческа меня навещала. И вместо врача и свадьбы все мои сбережения ушли на похороны. Мистер Галанте хочет тебя видеть. Пошли со мной. Рад тебя видеть, сынок. Что стряслось? Ирландцы решили играть грязно. Вчера парочка из них подкараулила Пепе. Ни хрена себе парочка. Ладно, ладно, но им это с рук не сойдет. Что делать будем? Пепе уже все продумал. Я тут кое с кем перетер. Короче, О'Нил сейчас один в спортзале. Охрана вернется не скоро. Просто отделай его как следует. Сломай пару костей, как они мне сломали. Ясно? Да, ясно. Ладно, пошли. Не пуха, парень. Я тут подожду. Если охрана вернется, я дам знать. Ладно. Тогда вперед. Ну что, матч, реванш против О'Нила. В первый раз он нас немножко отделал, но сейчас, я думаю, все поменяется в нашу сторону. У меня тут к тебе одно дельце. Вот ты-то мне и нужен. Угу, погнали. Иди сюда, Мэри. Не думаю. Ох. Хорошо. Еще. Отлично. Тут тебя. Да. Умничка, Мэри. Опа-па. С тебя хватит. Да меня могу. Это все? Да нет, не все. Я тебя прикончу. Давай. Еще хочешь? Боже, из чего ты сделал? Малышка, ну же, постарайся. Второй раунд. Я понял. В этот раз я не... Давай, стреляй, еще раз. Ай-яй-яй. О, это игра по грязным правилам. По грязным правилам. И уж извини. Заткни пасть. О'Нил готов. Он случайно упал на ножик. Все обошлось. Никто не узнал, чья это работа. Лео устроил так, что меня перевели к нему в камеру. Скорее уж, номер люкс. С каждой минутой жизнь налаживалась. Да, Вито, что ты будешь делать, когда выберешься из этой дыры? Я не знаю. Одно скажу, точно не буду работать на Клементе. Да уж, лучше тебе забыть про этого старого ублюдка. Поверь мне, Альберто — большая паскуда. И того адвоката он нанял только за тем, чтобы ты его не слил. Но не бойся. Он свое получит. Брать в семью за деньги, как тебе предложили, это не по правилам. Ему придется дать объяснение. Кому? Я думал, Клементе, босс. Видимо, ты вообще не представляешь, как все устроено. Видишь ли, в Empire Bay не одна семья. Их три. Каждая контролирует свою территорию. Существует система правил. И если возникают разногласия, то боссы всех семей встречаются, чтобы разобраться.
Это комиссия. Круто, а мне что делать? У меня тоже проблемы. Нет, ничего подобного. Ты молод, умен и доказал, что умеешь молчать. Такие парни всем нужны, ни одному Клименте. Да, но я даже не знаю, кто есть кроме него. Кроме Клименте есть еще два босса. Один Карло Фальконе, второй Фрэнк Винчи. Карло молод и честолюбив. Да псих он двинутый. Он из молодых. А вот Дон Винчи — человек чести. Уважает старые законы. Вы их знаете? Можно и так сказать. Я консильери Фрэнка Винчи. А ты думал, любой старичок все это может? Да, кстати, Вито, я выйду через пару месяцев. И тогда мы постараемся немного изменить твой приговор. Пепе, иди, попробуй. Увидимся, ребят, я думаю, в следующей серии. Всем огромное спасибо и пока.